Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Блин, я в ДД не успел переодеться. Да, пофиг. На своем корабле. Норвет, ты или я? Я уже летаю. Хорошо. Все, погнали все туда. Сливаем. Долго сливаем. Кому корабли нужны были? Того, кого вы не взяли, блядь. ШП в седьмой пати. Он долго зайдешь, по уму, блядь. Нет. ШП в седьмой пати этот на смор. Сморч, ворот. Окей. На эликс кораблей надо, что ли? На эликс здесь? Нет, не надо. Выйдешь на кораблей. Короче, ну сейчас корабли закончатся сразу. Короче, лофнешь, я тебе скажу. А что, давай я уступлю, пусть ДПС посмотришь. Ну давай, когда на Эликс оставайся, ты ДПС за мной посмотрел всех. Что на замене. И как? Подъездить немножко, мавер. Это все новые рулетки виноват. А что с новой рулетки? Не, брюли не падают. Хорошо не падал. Сейчас наоборот хорошо сделали, не надо постоянно тыкать. После каждой монет сразу крутить. Только долго крутится. Хранит, сохраняет свои монеты, крутит. Я тоже об этом подумала. Я 10 монеток крутила, блин, 5 минут. А тут 100. Каких 100? 100 монеток у тебя же. А у Лехи 1600. А, 1000 монеток, это... часов 5? Зато растянул до 8. Лёха запустит стрим на весь день, как он крутит монет. И не упадет ни одного бреля. Давай, я растяну. И ветер. Что там, ДД на прокрутку? Да я хуй его знаю, пока что. Еще собираю. Сейчас у меня первая карта будет, еще с первой карты монетки будут. Че, может слить на родину? Первую карту 10 монеток дают в родину. Лучше. Самое главное, хорошо разрекламировать, Лех. И начать крутить. Не открывайте. Сундук не трогает. Да ты на чай утер. Я знаю. Если что, осколки вижу. Скажите, как в самолете пристать. Это сюда. Так, ну там всех ДПС, кто сидит в 8-й группе, я знаю. Релоад будет. Здесь открываем. Улучшим.
Я так понимаю, кольцо забирает полю. Использовать эту способность. Ведь такое же кольцо вроде падает Салара. Все, запускаю. А кто в танках? Я в танке. Да нет, там просто печенька на ком-то висит. Лёх, ты запустил уже? Да. Да, ладно. Сейчас тебе придёт сама. По центру уставить или тут? Без разницы. Давай тут. Там будем танчить, если что. Давай я, может, первого возьму. Вперед. Чем это значит сердце Дренора? Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Адмирал. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой. Я видел Полину. Я пообещал его матери, как чего, Миша? Что пройду через темный портал один. А? Неважно, умер бы я. Повязку. Тебе зачем? И чист. Сегодня я исполню. Кто ниже 16 вагона? Она с Герой не стакается. После Гера, да. Еще раз объясняю, кто ниже 16 вагона и потенциальная замена на сложных боссах. Геру. Гера, да. А Гера не будет. 30% дадим. Куда Полина делала Геру? У нее в КД. Какого процентаж стоит, скажете, 30%? Да, я чеку через... 30%. 32. 31. 30 ровно. Веру, давай тогда. Здесь вот. Пришла. Без Геры, знаю. Ладно, тогда скидочка на 15. Ну чё, господа, блять, вары нахуй. Я один буду стакать. Чё, Лёх, скидывать? Пидорасы. Я к воротам подбегал, ворота открыл. Сейчас скину. Ну, может, всё-таки до 14 лучше? Плохо, я подбега, не фул. Тихо, блять. Породи, портанись пока. И ДК сумму.
Шкаф, 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 быстрее. Смоним ДК, как будет здесь, скажите. А битва? Никогда не отрекайтесь от нее. Бля, ДПС скинул. Все окей. Ну понятно, бежать тоже. Блин, а херы не было. Бур-бур, да? ДК тут. Да. А, это ход еще по трэшу один лям нахерач. А я подумаю, что за херня. Ход, давай хер себе винтом. Случайно включила стрим Адмирал, у меня было чувство, что я схожу с ума. Что у меня тут говорится, потом еще раз... Да-да-да, я потом звук отключил, когда уже... Я еще не могу найти, на какой стрим я включил где-то в Дискорде. Блять, хуёво. Отойду на 2 минуты срочно. Всех, кто ниже 14 позиции, пиздец, вагоны. На всех, кто ниже 11 позиции, тоже вагоны. Там на 8 строчке вагон, блядь, без такой чистаки нахуй на будет. Это баланс, блядь. За 8 секунд лям 800. Нормально всё. Сними там сразу собаку. Сними. Слаг, блядь, ты понял? Убегай.
Да, возьмем. Лорус, кого надо? Я его еще не взял в рейд. Так, если надо место, то я как раз в Долоране, можете брать. Я во второй пати. У меня нет ассиста. Леха, слышал? Да, слышал. Бой закончится, да. Я написал, кто мне нужен тут. Давай сразу что поставь, пока моба добивает. Нажмите. Все, давай смотри. Даю проверку. Нажмите на портал. Я нажал. Полина, Фарада. Все, он тут. Рада еще. Сманить. Адмирал, нажми. Все, поехали. Бля. Еру не надо. Скоро.
пожались. Бери просто. Ты будешь переагрываться из-за урона. Вага-вагон. Лёха, можешь ему сразу скинуть, или у кого там лутер? Ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Не достаю. Вага, зачем? А фарми лучше, короче, блять, войду нахуй 200 за стайки на. Да я что, на орке один стак, что здесь один стак. Че, поиск хантерску никому не надо? У этого хантера есть все, весь всех стык. Видео скинуть, как я на этом боссе первый стак повешал. Скинь видео, я посмотрю, сколько ты раз стаков скинул. Ну, вот ссылку дам потом. Первый стак я повешал. И четвертый. Два стака ты повесил на том боссе, блять. Какой ты молодец, сука, уебок, блять. А вы можете тут не ссориться? Там в ПМ, например, пойти. Сейчас доход начислять начну. Пробежали. Так, чест хантовский, кому отдать? Ему не тот случайно кинули, он мне отдал. Ну никому не надо. Понял. Там френзику что-то надо, похоже. Шкаф козом там поставь и при сумма меня. Кого? Кирс. Кирса и еще одного вара. Ой, не надо вара. Стоп, вар, я не сумму. Ты сейчас учебник. Только Кирса. Так, я на боссе. Даю проверку. Вот, пристал боф. Элбрил. Без рыбки побил. Элбрил, здесь? Поехали. Готовность пуляю. Зеро сразу с пула. Три убить. Лево, вправо, через босса не вижу, чтобы орда до зоны бегала от луж. Зоны немножко больше, Фара, достань пока под босс. Там, по-моему, если с пола, то лучше не стало. Я тоже об этом думаю. Тип,
типа, если вышел, то уже лучше не заходить. Если посмотришь, с этого босса осколок пойдет или нет. Есть тут осколок? Нет. Мы на профа потом пойдем? Да, на принцов сразу. По 30 долларов. Короче, заметил баг, не знаю, как его описать админ. Потому что на меня кинулась блевотина на гнилом, я ее снял глыбой, но я все равно как в дезориентации ходил потом. Миш, а этот тотем можно все-таки менять на ходу? Нет, там просто что-то вроде сегодня кто-то говорил, что по идее нельзя идолы и прочее. Листы идите раздавайте. Этого отпусти. Кому-нибудь нужен Талекс ХМ-ки еще? То есть... Да, я угадаю, тебе написал супер... Да. Стар?
Да. Он только что мне написал. Прямо сказал, что пока что нет. Я отправил в Тарадию. Как он оказался у Кирса, если я не отправлял его? Сейчас за Лоровцу напишет. Мне не докладаешь. Мне бы пройти, а пошли забыть. Вот трэш бьем, кто там слаб. Причем я ему сказал, что не продается. Надо написать Кирсу, и Кирс уже такой, так, а может быть все-таки продам? Он мне знаешь, что пишет? Настя говорила, что вроде бы продается. Ну, блять, у нас 3 новых мага. У нас 3 новых мага, 2 новых ШП, еще влог вроде бы какой-то. Да, но это не точно. Демон там вроде. Че, сразу контроллер раздавайте. Народа, можно вопрос по сути? Аталик на Аркана вообще заходит или нет? Теперь его юзать никак не получится. Аркан вообще не заходит в этой игре. Почему юзать получится? Тут вопрос, заходит ли он на него или нет, профит вообще. Ты его никак не сможешь активировать, Арк. Почему? Стрелой ледяного огня. Стрелой ледяного огня. Раз в 2 минуты кастуешь, и он активируется. Какие-то слишком большие сложности, если можно взять Чеху Геры и Долгонок, которые будет намного лучше. У него не 100% шанс активации. Ты кастуешь шар огня 2 секунды. То есть если не кастанет, ты его еще раз кастанет. А это уже 4 секунды. А за понятно. 4 секунды можно 4 секунды. Я понял. Я просто почему и спрашиваю, думал, что у него типа шанс прока за 8 секунд будет 100%. Я просто давно не играл. Он зашел спустя год. И чувствую себя адским вагоном. Так и есть. Вот я это понимаю, что это и есть, но это стрёмно. Раньше просто файеры выдавали почти столько же, как арканы, а сейчас... Контент длинный, у аркана просто маны не хватает, чтобы столько... Да я по мане вроде не сажусь. Ставлю рыбу. В аркане можно баловаться, когда у тебя столько же брюлей, сколько у джелуса и столько же усилков. Аркан был актуален, когда не было еще Т-10. Вышел Т-10 хороший на фаер, а фаер стал больше дамажа. Так же. РДД зона до хера, кинетика за вами. Помню кто, как Макрос называется, на 15-й слот, юз слот 15? Нет, я спрашиваю, так или нет? Пип слот, но смотря что тебе надо, может просто название. Куда вы в РДД зону хуярить? Сцена для вас. Гер. Должен держать.
какую-то половиночку. Фанта там под хит. Сфера падает. Стаков много не набирайте. Бери там сверху одну. Насладитесь болью и прольется. Убивайте его на. Отойти срочно, на 5 минут нужно. Иди. Есть осколок, ты скажешь. Есть. Просто вытерли и все. Ай. Оглушение. Покупатель Хайджет. Вот этот нит, короче. Я тоже тебе отправил. А, на фигам стали как Хэм писать вот. Вот этот вот вок, которого ты написал, у меня уже в списке ультра есть, не так как. А ты что-то мне? Не знаю. Потому что я ему сказала, что у нас талик не продается сейчас. Все талики хотят, только толку от этих таликов, если это не без стрима. Отлично, продолжу ему чешку с РСХ. Хорош. Я лучше его Воле предложить. Кого? На Волка. Воля на Волка. Сам деле, я бы брал, блядь, долгоногти, я бы брал, блядь, чешку хотя бы обычную. Отлично, отправлю его к Гевке, чтобы он занролил ему долгоного. Который он ему не занролит, потому что он ее себе не выбил. Правильно, можно еще голову взять. А, Лех, сегодня, кстати, будет Каржан Гев? Не знаю, посмотри по времени. А с вами в Каржан Гер можно? Ну так что будет. А чё вы Войда замутили? Он чё опять срался с этим? С Эдваром? Они уже срались? Ну они так... начинали сраться. А Эдвара замутил? Есть смут. Чё, недельку у Моти посидят? Нормально. Спасибо, Мир. Очень строгие меры, как бы под них не попасть. Молчать. Это очень сложно. Всё, могу молчать, не могу. Мозер не дамажит. Сейчас к варам еще и ханты добавятся.
тебе могу сказать только про вагон те вагоны. Два хила в муте и два вара в муте, а теперь два РДД в муте. Зато всем спокойно, никто все не рвет. А еще можно сделать канал, где может говорить только админ и... А у всех остальных автоматически мут. Не, так не надо. Почему? Отлично. А еще можно плохое настроение держать при себе, чтобы не ловить. Блин, чем мне находится заниматься на замете? Даже так скучно, я просто бегаю по гримасу. Считай круги. Бафы раздаем. Рыба стоит справа. Все укусы рандомных. Дай поверку. Холли Палсон, ты. Бафы дайте под полок. Еще раз. Каску дайте. Полок. Все, поехали. Надо подождать. Это было неразумное решение. Силы по центру. Маги правее, левее стали. Кто будет ущемлять силов, буду мечтать. Укус раздается рандомно. Если вы не можете передать укус, это ваша личная проблема. Ага, кусай рандом. Прожмись. Начинаем представление. Не достаю. Слишком далеко. Я ничего не хочу сказать, но что-то забыл. Вам
вопрос. Где рулять? Чтобы не пылилось. На вальку зайти можно? Да. Обнажите клинки, соратники! Фрейгулы насмерть будут стоять за королеву льда! Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Приманите их сюда, и мы вам поможем. Почему его открывают? Я повесил? Нет. Миш, как всегда. Редвар написал био, приз тоже. Сообщение в Дискорде пишет мой народ. Хоть после смерти. Нападай! Меня ничто не
подведите моба сюда. Точнее, Джайна будет? Что еще раз? Джайна будет? Я ни хера не слышу. Джайна сегодня будет? Ну да, вообще. Просто меня завтра может не... То есть завтра у КХМ не будет? Почему? Ну, у тебя ж не будет. Может, могу и быть. Надо будет вести. Миша, а Миша? Пушистый. Одноразовый, чё? Ты чё? Завтра будешь вести окко? Я на работе вечером. Вон через стримчик после катока порылишь. Ты больше всех решил, что пушишь. Будет только один человек работать, поэтому... Ну, я не знаю, будет он один или не один, но, возможно, я смогу. Нападай, гроза блиц! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Фирс Хила. Однозначно. Монород в танк. Денис, раз сколько у тебя стаки обновляются? В плане, за сколько секунд тебе дадут еще дополнительный стак? Т5. Ну, они каждые 35 секунд обновляются. Это первый нюанс. А второй нюанс еще парировать и уклонять. Ты херни. Грубо говоря, в 5 секунд, в 10 секунд стабильно. Ты не понял, что не от каждого непопадания по тебе еще стакаются. Да, все. Дай проверку. Сманить на босс. Поле пал в дворе старшамана на боссе. Кого сумануть все здесь? Ну все здесь это. Нет, на рост, я же хотел на валиту. Справа поехал. На сундук суманут. Сундук суманут. Не надо. Сколько время тратить будем? Герои, вы должны мне помочь. Мои силы. Толстяк по рыбе ходит. Я вот хочу забрать. Включается. Я вообще не перетанчу. Народ после вот так. Моб убил пуста. Народ, ты слева, блядь. Это право. Терялся, народ. Не в это лево. Дожились. Вот мы пришли на босса. Там, где нурлет, это право. Там, где ты сейчас, это лево. Все в порядке. Танки могут путать. Ну, все, ладно, этому помалу. Тут ну, что-то хорошее сказал. Танчи учись. Скоро танчи будешь тебе похлеб. Да что так смешно? Надо начинать с малого.
Надо начинать с малого, всего лишь целка хрем, ну заебись. Надо френдик начинать. Давай именно целка хрем на фейбука они уже покончить. По одному мобчику, потом смотришь целого босса. Да и заодно фкшущих танков на боссе заменить, да? Не знаю, медведям одно удовольствие, Тань. Я, ну конечно так, но никогда у тебя хотят такать. Вообще кнопки жать не надо. Ты попал, а ты через что хилишь? Сундук только не открывайте. Кто-то так из кантов краба поставил или что? Да. Так, короче, всех, кто ниже 11 позиции, это печально все. Где, на Валитре? Синдре. Ой, на Синдре, наверное. На Орке. Ты чё, может на Валитре его забрать? Лёх, ты сказал не ниже 16. Если взять среднюю позицию, там 12 тысяч ДПС, и взять первую позицию. Ход два раза больше дал, блять, еще блядь, плюс. Блять, ход. Да ладно, ход, ты, блять, два раза больше дал. На магии. Вот что удивительно, действительно. Там маг 260, а ты дал 16, блять. Просто если вот так смотреть, да, то есть вот эти позиции заменяются. Гена, Биг Баббл, Артемия, Мозер. Вот там еще он не сидит. Йора, вот, Афоня. И все 20 плюс дают. Ну, когда мы мейн рейдом ходили, у нас был минимум 21 тысяча, я помню. Ладно. Ходил в онлайн. Там все одеваются, может что, может что угодно получится. Леха, ты личку прочитал? Личку не читал, я курю под. Сука, там курит называется. Скажешь, когда босса закончите. Окей, хорошо, этот сундук не открывайте, выйдите, кто с инста, суманите кого там. Я релогнусь просто. Кислый, тыкни Казуму. АФК жир, блядь. Кислый Казуму. Кого там сумонить? Путин? Фаран, мой батя. Надо Путин, кому-то сначала. На Синдру, Профа, Ильича и, блядь, Зайна будут заметны, честно. Не хочу вайпаться. А вместо кого его? Кто-нибудь видите, блядь, пока с инста просто. Да можно Ильича меня не менять. Я тут, можете открывать. Конечно, а ты где? Чего вы волнуетесь? Иду, иду. Кисло, он сзади тебя стоит. Вообще на месте бежим. Пиздец, ты лагаешь в пустой комнате. Не знаю, что. Ну, сейчас нормально. Осколок есть. Я вижу вас. Просто с некоторых боссов могу не.
было. Что там можно заходить? Путя улетел. Улетай. Так подожди, по приору я выше его. Ему отдали шмот. Разве? Войд, передашь. Подойди к Войду, передаст. Просто мискликнул. Походу. Сейчас Войд покидает группу, покидает гиб. Что там, колечко упало, что ли? Поезд. Поезд. А Саня себя забирал уже? Да, на той неделе упал. Угу. Думаю, на этой неделе упадет и поезд Евки. Благодарю. Че, мне обратно на замену или с вами? Да, пока что. Побудь пока в рейде, трэш почистишь. Парада, посиди, посадь. Пошли в комнату. На этой неделе уже упал поезд Ваги. Не делайте больно Евгению, ему так хуёво. Ханты, успех. Танки, гады. Ханты, ханты, роги, сваки. Нормальное дело, Салужа. Кислый, ты думаешь, почему Гена не в рейде до сих пор? Блин, я что-то сходила в РБК с собой, и я теперь понимаю, почему все время Салужа жмутся, жмутся Тархвоу. Это ж так прикольно. Просто здесь? Да. Так прикольно, когда нажал Starfall, получил ГП. Не, просто типа... Я шла по РБК и постоянно нажимала Starfall, и все агрилось вокруг. Миша, знаешь, надо макрос сделать, чтобы сам себе ГП начислял и Starfall одновременно нажимал. Свой до ГП снимите, мне передать. Рос. Него надо сам... Чего, Лёх, тебя нихуя не слышно? Я говорю, Редвару, не по адресу вопрос. Это не у меня надо спрашивать, а у него. Сразу, кстати, видно, кто слайкер, а кто нет. Правильно, у него в рейде чат отключен, все рейды спрашивают. Так, Артемия, Мозер, Саями, Простя, Гена. 10 минут и вы заходите. А прям 10 минут.